друзья, всем доброе утро. Меня зовут Яна. Вы на канале Modlo Travel. И сегодня я еду из Алании в Кемер, но не в отель, к сожалению. Надеюсь, на следующую неделю. Сейчас просто еду, мне привезли из России карту Тинькофф Union Pay и еду ее забрать. Спасибо моим подписчикам огромное за отзывчивость. В общем, еду забрать карту. Села в автобус, сейчас стоит 13.50, а если одну проездку, если две поездки, то 27 лир. В общем, автобус маленький, как я люблю. Сидела женщина и не могла вообще ничего снимать впритык. У нас жара. Неожиданно наступило в конце июня. Сейчас мне еще пересаживаться и ехать до Юню, до Кемера практически. Сегодня весь день в дороге. Ну что делать? Не могла с работы уйти. То есть новая работа у меня сейчас. Я не могла отпроситься, чтобы встретить в аэропорту. Можно было встретить. Пришлось ехать в отель. Осталось 35 километров. Ой, мне так хочется опять куда-то. Я уже все опять застоялась. Хочу куда-нибудь уехать подальше. Вот подъезжаем к Экспо в 2016. Сверху самолетик летит. Перевозят на помидоры это или что? Много очень арбузов перевозят сейчас сезон. У нас в Турции арбуз. Написано Анталия 20 километров. Друзья, вот кто меня спрашивает, как можно добраться вот от Мол оф Анталия. Вот Мол оф Анталия, мы к нему подъезжаем. И прямо напротив, буквально, наверное, в километре, я не знаю, может быть, в двух, находится аэропорт. То есть от него можно... Вот автобус останавливается, видите? Вот этот Дипо и вот Мол оф Анталия. Автобус останавливается, вы можете сесть на такси. Вот их видите, вот здесь вот прям много. Все это самое ждут. Или можно вот пойти вот по этому переходу, туда вверх. И вот на ту сторону вот стоит трамвай. Вот как раз он в эту сторону идет, трамвай. И можно на этом трамвае добраться до аэропорта. То есть очень близко, вам не нужно никакого трансфера здесь. Здесь все, ну вот эскалатор есть, то есть не нужно нигде сумки тащить. Вот люди сейчас в аэропорт поедут. Аэропорт по-турецки называется Хавалимани. Хавалимани. Это как воздушная гавань, типа там перевод. В общем, цены даже здесь, конечно, подорожали. То сейчас бюрек стоит 25 лир. Я не знаю, он раньше там, не знаю, 5-10 лир, не знаю, сколько стоил. Короче, кофе. Горячая. Ой, горячий кофе. Кофе, но, правда, из автомата. Это неплохой кофе, 35 лир. Но не с кафе, будет дешевле. Это с пакетика, 3 в одном, которая, конечно. А это он мне налил. 35 лир, я такая думаю, ничего себе, обалдеть. Стою, жду автобус, сейчас поедем, Генюк. Вот здесь все автобусы на Каш, на Калкан. Это вот внутренний как бы терминал, вот Кулумджа, Финики, вот на Калкан. Здесь на Кемер тоже вот вот есть экспресс Кемер, и есть Кемер, вот, который идет через Генюк. И даже, смотрите, в Газипашу идет маршрутка. И вот в Сирик, Кедрие, вот кто в Легендс хочет. И вот это мой. Вот такая обстановка. Вот здесь вот чай, кофе можно попить. Пирожки там всякие внутри. В общем, бутылка воды 10 лир стоит здесь. Сейчас в Анталии проехали большой торговый центр 5М Мигрос. Сейчас вот едем вдоль набережной Куньялты по параллельной улице.
разные отели тоже там, на набережной. Может быть, я следующие выходные куда-нибудь сюда приеду. Есть договоренности. Лучшее такое вот приятное ощущение от вот этого места, от Генюк. Вот именно Генюк, то есть не Кемер, там не Кириш, не Дибе, а вот именно Генюк мне очень нравится. Я прям вот очень бы хотела еще в какой-то отель поехать. Вот это вход в отель Сельчукан. Это Бельдибе, но тут каменистый пляж. Но многие его любят, он тоже так вот с двух сторон. То есть он недорогой. Это вот сейчас в Бельдибе. То есть начинается дорога вдоль отеля Бельдибе. Бельдибе, потому что, скорее всего, по-турецки обычно на последний звук ударения идет. Это, видимо, городской пляж. Вот это вот, проехали сейчас Риксос Бельдиби, это вот Акка Антедон, а это сейчас какой отель будет. Так, это у нас что тут в Бельдиби, это вот мечеть, это какой-то такой старенький отель, катамаран, я его никогда не видела в продаже, это катамаран, сейчас, наверное, будет Кемер Плая Корнидон. Это Ринг Бич. Такой Трансатлантик Бич, но это не тот Трансатлантик, который там чуть подальше он. Это какой-то старенький, маленький. Не знаю, где смотреть. Это Кристалл. Кристалл какие-то бунгало. Кристалл. А, это Кристалл Флора Апартс. Какая здесь потрясающая зелень. Вот сюда бы я... Такие вот я люблю. Здесь недалеко, вот как раз Улусой. Чуть подальше. Вот Флора Бич. Кристалл Хотелс. Кристалл Отель. Классно, я сюда хочу. Я везде хочу. Возьмите меня везде. Паренек вышел из нашего автобуса. Люди в Кемер едут, набиваются в автобус в обратную сторону. Кристалл. Вот это уже Нирвана начинается. Нирвана. Видите, смотрите, горки потрясающие, огромные. Мне можно, в принципе, так обзоры делать отелей. Как вы на это смотрите, если я буду из окна автобуса обзоры отелей делать? Очень зеленая, очень огромная территория вот у этой Нирваны. Вот она. Корпуса такие, вон панорамные окна. Вот Нирвана. Вот Excellence. Панорамные такие окна. Вот такие вот двух-трехэтажные домики здесь. Виллы. А это вот Палома, где я была. Следующая Палома идет сразу за Нирваной. Палома. Потом, по-моему, Мирада дель Мар. По-моему, какой-то чемпион Holiday Village. Он какой-то странный. Он тоже очень зеленый. Не знаю, напишите, кто в нем был. Это Бай-Бая Салимактер. Салима Кемер. Байла какой-то Салима Кемер. Тоже не слышала. Что-то слышала, но очень удаленно. Вот, может быть, это что-то новое. Суи. Сиу коллекшн. Айден Бэй. Это, видимо, какое-то это самое купили что-то. Этого раньше здесь не было. Айден Бэй. Групп. Хотелс. Сиу коллекшн.
Бельдибе. Вот он. Интересно. Компания Айден Бэй. Вот следующий, смотрите, гипсофила. Гипсофила. Клуб Марина. Тоже вот интересный отель, сюда тоже хочу очень. Он есть около нас, там около Алании. И вот здесь хочу. Я прям сюда вообще хочу. Вот в это место. Я везде хочу. Это вот 5 Риксос сначала. Риксос следующий. Сангейт. Риксос. Главное не проехать свой отель, потому что я уже один раз на встречу с подписчицей проехала отель. Просто в шоке была. Опять меня отправили, в общем, в этот внутренний терминал. В общем, я уже замучилась бегать. Думала, уеду сейчас на большом автобусе, но нет. Опять бегу на маленький. Ну, если не успею, через 30 минут еще один пойдет. Что теперь делать? Угостились меня снова чаем. Бесплатно. Они меня уже все знают. Я столько мотаюсь по этим автобусам, по всему. Уже каждый подходит, типа, хочешь чай? Я такая, давай цветем. Выпила, пошла. Они все равно меня постоянно видят. Первый раз вижу, что автобуса нет. Смотрите, какая толпа стоит. Это просто что-то нереальное. Это вот в Аланию все едут. Автобус битком я купила в интернете. Вон на О-билет. Вот кто меня спрашивает. Кто меня вот спрашивает, на О-билет я купила. Билет, короче, в интернете прямо приложение. Покупаю, то есть выбрала место. Точнее, выхватила уже. То есть приехала без 5:30. На 3 часа уже, короче, были только самые дальние места. Пришлось вот ждать 45 минут. В общем, какой-то кошмар. Ну, что делать? Во-первых, сезон, во-вторых, байрам самое главное. Сезон-то ладно. Байрам начался, праздники, все поехали. Сейчас еще будем в пробке стоять, наверное. И здесь все едут. Кулумча, финики. Ой, я тоже хочу каш, калкан. Так хочу. Я везде хочу. Везде-везде. В общем, я еле втиснулась в этот автобус. Прям тут все на голове, короче, сидят. Я такого, говорю, еще не видела, чтобы автобус, во-первых, пробка, он опоздал. В общем, мы еле выехали. Какой-то кошмар. Вот хочу сказать, что мои вот подписчицы, подписчица моя, в общем, они отдыхают с дочерью в отеле Queen's Park, Гюнюк. В общем, ну, говорят, все нравится, ну, как бы, все нормально. Единственное, говорит, что присоединили, говорит, автобус, присоединили отель, который был раньше через дорогу, он был тройкой. То есть присоединили вот к этому, к основному корпусу, и сейчас, говорит, людей увеличилось с этим. И, говорит, ну, на пляже, говорит, так плотно, в общем, плотно. Он говорит, что... Ну, то есть, сам отель, в общем-то, более-менее нравится. Ну, конечно, говорит, экономят, не очень много сладостей. Они там, ну, так, говорит, еда вся, говорит, свежая, вкусная, говорит, ну, нет особого выбора. Ну, сейчас многие так отели делают. То есть, это понятно, что так и будет. Вот, ну, говорит, что нормально, все зеленое. Вот там, где была тройка, там вообще, говорит, такой релакс, такой зеленая, говорит, такая территория вся, утопает в зелени, так, говорит, красиво. Через дорогу там получается, то есть основной корпус он у моря, а через дорогу я показывала, когда была в Мираже, Мираж рядом, прям соседний отель, это Мираж Парк. А это Queen's Park, он, значит, как бы с двух сторон получается, то есть его через дорогу идет поверху такой мостик, как вот в Кристалле, в общем, такого же плана. И вот, то есть туда можно идти, и там, говорит, есть, говорит, бунгало. И там, говорит, такая зеленая территория, говорит, прям, говорит, такая лакшери, там, в общем, такое все, на релаксе. В общем, ну, в общем-то, ей нравится им все, такое, говорит, развлечение, говорит, есть все нормально. Ну, я просто не успевала, я так поздно уже возвращаюсь домой. Ну, в общем, пробки и то, что байрам начался, не успевала посмотреть. Ну, вот спасибо еще раз им огромное, просто огромнейшее спасибо. Спасибо вот Юле, дочери ее, что она, ну, взяла эту карту. То есть в Москве, передала мне. Просто я вообще такая счастливая. Хоть сейчас, знаете, нормально сняла. То есть никаких тебе там каких-то бешеных комиссий, как у Почта Банк, дополнительных 300 рублей, какую бы ты сумму не снимал. То есть нужно тебе 100 лир. Ты 100 лир снял, и все, и больше не нужно.
То есть не обязательно какую-то большую сумму снимать. Так удобно. Ну вот сняла сейчас, не знаю, что пересчитают. Сейчас, правда, такая история тут, сами знаете, какая, поэтому не знаю. Посмотрим в понедельник. Сегодня суббота. Так, смотрите, красота. Все цветет. Везде ухаживают. Это все, конечно, искусственно высажено. Вот эти все цветы, кусты. Зато красиво. Вдоль дороги. Пробка вообще просто нереальная. Не знаю, во сколько мы приедем в Аланию. Хотела еще вам про себя что-то порассказывать. В общем, ну, не получилось. Я думала, что я буду на чиле, на релаксе. Я тут везде бегом-бегом, в общем, в жаре. Вот тут куча народу везде. В общем, думала, где-то буду стоять, ждать. Вам что-нибудь про себя расскажу. Видимо, в следующий раз. В общем, друзья, в 8 выехала, в 8 возвращаюсь. Я же просто без ног, без рук, везде такие пробки. Это какое-то что-то нереальное просто вообще. Что происходит? Байрам, праздники, праздники. Еще мне понравилось, что Марина сказала, что я такая же, как на видео, даже еще более миниатюрная. Ну, камера расширяет, это точно, абсолютно. И у меня никаких фильтров нет. То есть на камере на это я такая же, какая есть. Всех люблю, ваша Яна.